Необычная находка стала поводом для обсуждения в сети интернет. Жители курорта, которые почему-то прогуливались по свалке, нашли интересную игрушку, а именно большую скульптуру динозавра. На кадрах виден впечатляющий арт-объект. Остается только догадываться, кто мог избавиться от габаритного питомца и почему скульптура оказалась по соседству с пакетами с мусором. Некоторые горожане выразили надежду, что в ближайшее время кто-нибудь из владельцев парковых зон приютит гиганта.